Итак, к нам прилетел гость, и мы решили сделать добродошли сразу из аэропорта походом в ресторан национальной кухни. Это Святой Влас в конце города, в конце пешеходной улицы. Находится этот ресторанчик чудесный с волынкой. И мы, конечно, хотим отведать чудесной баранины, которые точно не попробуешь дома. Посмотрите, как замечательно сделано колесико. Чудесный настоящий повар. Сейчас мы будем выбирать место, присаживаться и надеемся очень хорошо отдыхать. Здесь много народу, очень весело и раз чудесно. Посмотрим, что наверху. Может быть, мы устроимся там. Со второго этажа ресторанчика чудно виден наш Несебр. Обратите внимание. Это самый конец пешеходной улицы. После того, как ушел волынщик чудесный, а, конечно, его аутентичное выступление прекрасное и замечательное, он обязательно вернется к нам. Сейчас эстрадная болгарская музыка, а публике нравится, она такая ненавязчивая, очень приятная. В зале можно танцевать. Вот здесь на втором этаже есть танцальчик небольшой. Пока еще довольно рано, и здесь мало народу, мы еще одна пара здесь сидит. Вот. А здесь на танцпольчике чудным образом ожидаем танцующих. Что мы заказали? Мы остановились на национальном меню. А нашему гостю это интересно. Конечно, визитная карточка – это шопский салат. Домашнее красное вино очень вкусное. И ждем горячие блюда. Ну, мы обязательно поделимся своим мнением о том, какого они вкуса.